На дворе конец августа, а это значит, что близится к завершению подготовка к зиме объектов жилищно-коммунального хозяйства. Поскольку работы, предусмотренные планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, начались сразу же после окончания отопительного сезона, на сегодняшний день они выполнены практически в полном объеме и в установленные сроки. Положить руку на сердце, то ведутся-то они круглый год. То есть они никогда не приостанавливаются, потому что в течение отопительного сезона ведутся и работы по заготовке топлива на следующий отопительный сезон. Какие-то технические мероприятия выполняются. Это и работы по модернизации котельных, и замена теплосетей, которую с учетом отсутствия суровых зим можно проводить практически круглый год. С окончанием отопительного сезона до жилищно-коммунальных предприятий доводятся задания, которые необходимо выполнить в межсезонье. Это порядка 130 различных направлений. На основании решений коллегии ЖКХ с ними ознакомливается каждое предприятие системы ЖКХ по всей области. Устанавливаются конкретные объемы и сроки их выполнения. Чтобы к 1 сентября мы получили главный документ, который подтверждает готовность организации к работе в осенне-зимний период – это паспорт готовности. Что касается основных работ, запланированных на текущий подготовительный сезон к осенне-зимнему периоду, то это в первую очередь такое трудоемкое и требующее значительных затрат направлению работе, как замена тепловых сетей. В этом году доведено задание заменить их на протяжении 130 километров. Это 4% от всех имеющихся на балансе жилищно-коммунальных предприятий области тепловых сетей. Всего же в Гомельской области более 2500 километров тепловых сетей. Большое внимание коммунальщики области уделяют и модернизации котельных. На сегодняшний день эти работы активно ведутся в Брагине. Новый котел установлен и в Комарине. Мы устанавливаем дополнительный котел, который будет работать на местных видах топлива, что позволит нам уйти по этому населенному пункту вообще от использования газа. Заканчиваются работы по модернизации котельной в поселке Чонки Гомельского района, а именно в санатории Живица. Там тоже установлено два котла, которые будут работать на местных видах топлива, то есть на древесной щепе. Полностью заменено оборудование, газовое оборудование, то есть поставлены современные котлы. Тоже даст, что нам даст значительную экономию и снижение потребления газа, потому что газ – это все-таки сырье импортное, государство расплачивается за него валютой. И наша задача, как минимум, свести эти затраты к нулю. В жилищно-коммунальном хозяйстве в качестве местных видов топлива в основном используются древесная щепа и дрова, частично торфобрикет. Есть у нас котельная, которая работает на торфобрикете в Житковичах. Есть бывший военный городок, довольно крупный населенный пункт. Вот там 4 года назад мы заменили оборудование котельной и установлено 2 котла белорусского производства, которые работают на турфабрикете. Кроме крупных проектов, под пристальным вниманием коммунальщиков области находится и плановая работа по проверке приборов учета, расположенных как на теплоисточниках, так и у потребителей. Постоянно ведется работа по утеплению и приведению надлежащий вид жилфонда. Это и ремонт подъездов, и замена остекления, где это необходимо, утепление дверных блоков. Одним словом, работы коммунальных служб хватает. Одно из основных направлений работы предприятий системы ЖКХ – создание запасов топлива на предстоящий отопительный сезон. Прошлая зима была, можно сказать, мягкая, что все-таки оказалось подспорьем, то есть у нас на складах осталось еще с прошлого года значительная часть топлива, ну и плюс в этом году также запасы создаются, и на сегодняшний день, в принципе, можно сказать, что мы топливом запаслись. Как показывает анализ работы предприятий и организации системы ЖКХ, которую коммунальщики проводят ежегодно, отрасль работает стабильно. Имеется слаженная система действий, что позволяет в непредвиденных ситуациях реагировать оперативно, профессионально и с наименьшими потерями. Естественно, при работе бывают различные нештатные ситуации. Иногда и теплосети выходят из строя, иногда и системы водоснабжения выходят из строя. Но для этого у нас хватает сил и средств, и аварийная служба устраняет эти вопросы оперативно.
Коммунальными службами области большая работа проводится по снижению потерь воды. В текущем году они должны составлять не более 12%. Поэтому коммунальщики сейчас делают все возможное, чтобы с одной стороны обеспечить людей водой, с другой – снизить ее потери. Сейчас повсеместно отключаются водоразборные колонки. И как альтернатива этому, вот уличные колонки, мы людям оказываем услуги по подведению воды до дома, либо на дворовую территорию. В целом предприятиями и организациями системы ЖКХ оказывается много различных услуг населению. Покосить, привести, утеплить, установить, отремонтировать, демонтировать. О перечне услуг, которые оказывает ЖКХ, можно узнать на сайте каждого предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Ежегодно разрабатываются отраслевая и региональная программы энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В эти программы также входит довольно большой объем мероприятий. Замена теплосетей, замена оборудования на энергоэффективное. Большое внимание уделяется насосному оборудованию, которое дает немалый процент экономии. Замена освещения. Несколько лет назад была проделана большая работа по автоматизации освещения в местах общего пользования. Привыкли к этому, что заходишь в подъезд, загорается свет. По себе это мероприятие дало тоже довольно значительную экономию электроэнергии, как в рамках отдельного региона, так в целом по стране. Значительную экономию дает замена на теплоисточниках котлов. Старое оборудование меняется на более современное, с довольно высоким коэффициентом полезного действия. Если раньше выпускали котлы с КПД 85%, то в соответствии с новыми требованиями коэффициент полезного действия этого оборудования должен быть не менее 95-97%. Наглядный пример действия современных газовых котлов в котельной поселка Еремина Гомельского района. Эта котельная отапливает весь жилой фонд данного населенного пункта. К слову, оборудование закупалось не где-то за рубежом, его производителями являются отечественные предприятия. Котлы, в частности, произведены в Гомеле. Которые за мной находятся, это котлы завода «Коммунальник». В соседней части установлены котлы тоже гомельского производства. Предприятие называется «Комкон». Вот. Эти котлы газовые, они работают только в отопительный сезон для теплоснабжения населенного пункта. В соседней части котлы используют в виде топлива топливную щепу и работают круглогодично и обеспечивают горячее водоснабжение жилого фонда. Упор в своей работе коммунальщики области делают и на максимальную автоматизацию теплоисточников. Цель – исключить человеческий фактор в работе, по вине которого зачастую происходят аварийные ситуации. Этот небольшой контейнер – полностью автоматическая котельная. Находится она на балансе Гомель-облтеплосетей и обеспечивает теплоснабжение средней школы номер 48 железнодорожного района Гомеля. Еще 5 лет назад вместо этой котельной функционировала целая теплотрасса общей протяженностью 4,8 километра. Окупилось новое оборудование всего за 3,5 года. Ощутимую экономию дает децентрализация водоснабжения в отдельных населенных пунктах. Чтобы не менять старую теплотрассу, отключаются ее длинные участки. Отопление жилья переводится на индивидуальное. В каждой квартире устанавливается небольшой котел, подводится газ, да. И это позволяет, во-первых, сократить затраты на замену теплотрассы. Плюс также снижаются эксплуатационные расходы, то есть не надо эту теплосеть содержать, не нужны люди, которые ее будут обслуживать, а также снижается уровень потерь. Бывают такие теплосети, где потери доходят и до 50-60%. На сегодняшний день у нас задание по замене, по потерям в тепловых сетях тоже доведено до нас. Это 11%. В целом, в жилищно-коммунальном хозяйстве Гомельской области завершены основные работы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Коммунальщики заверяют, что независимо от того, какие погодные условия преподнесет зима, жителям области будет тепло и комфортно.